Операция начинается. Давайте, ребята, готовьтесь к настоящей битве. Пехота, приготовиться к атаке. Давайте, мужики, давайте. На трассу выходят танки. Они должны подавить ближние к дороге огневые точки террористов и обеспечить безопасную высадку пехоты. Боевики сообщают, что охотятся за танками на трассе. Будьте осторожны. Еще раз повторяю, осторожнее, они за вами охотятся. Собираются атаковать танк ракетой. Каждый работайте по своей цели. Мы знаем, где они находятся. Держите их под огнем. Из того дома ведется огонь. Ответь ему. Танки маневрируют и одну за другой уничтожают назначенные им цели. Противник ведет ответный огонь. Ставь дымовую завесу. Часто свои перемещения приходится прикрывать дымом. Враги слева. Цели в глубине обороны боевиков уничтожает артиллерия. Давай,
Начинаем десантирование. БМП, осторожно назад. Вторая БМП, подожди, назад. Не стой перед переулком. Высаживайте. Быстрее, ребята, быстрее. Сразу обеспечьте оборону, контролируйте входы и выходы. Высадка первой группы завершена, и БМП уходит за следующей. شوفوا المجموعة الثانية وينهم؟ يلا العربي كويس كويس. БМП правильно. Высаживайте в том же месте. خلاص طيب طيب حلو. Осторожно, из следующего переулка готовится атака ракетой. Танки меняют друг друга, чтобы обеспечить непрерывную огневую поддержку пехоты.
ايه ايه سيدي ايه غرب الجامع، غرب الجامع في منطقة مفتوحة، خليها قدامه. Бандиты нанесли ракетный удар. Раненый офицер и два солдата. Удачно завершив очистку придорожных зданий, машины возвращаются для погрузки основной ударной группы, которая будет выполнять задачу освобождения квартала. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.